Всем, ребятушки, привет! С вами мистер Адлер. И сегодня мы с тобой заканчиваем загадки замка Блэкдорн. Мы уже в прошлой серии разгадали очень много загадочек, раскрыли очень много территорий. И сегодня, наконец-таки, я думаю, что я закончу, потому что, в принципе, я уже немножечко посмотрел наперед и могу тебе показать загадки, как они решаются. Если ты эту игрушку скачал, хочешь пройти, то лучше не смотри дальше, потому что ты узнаешь, как они разгадываются и что куда применяется. Поэтому не смотри, если тебе интересно пройти это самому. А если не смог, не справился, то ты всегда можешь вернуться к моему видео и посмотреть, соответственно, как решаются все они до конца. Я надеюсь, что сегодня серия получится достаточно короткая. Если не короткая, ну, как минимум, мы постараемся разгадать все загадки, которые у нас остались в этой серии. Итак, у нас, в принципе, осталось всего лишь 3, 7, 10, 12 комнат, которые мы еще не раскрыли. У нас куча предметов, и нужно все их куда-то применить. Итак, мы раскрыли мелом вот эти вот чудесные стрелочки. Я подозреваю, что эти стрелочки надо применить к той самой двери, которой мы не смогли... Там с защелками такой была дверька. Я вот как раз сейчас к ней приду и попробую свою теорию на практике. Смогу ли я разгадать? Если смогу, то хорошо. Если не смогу, то, ну, печалюшка. Значит, я был неправ. Итак, что у нас тут было? Значит, лево, право, право. Лево, право, лево. Так, лево. Значит, лево, право, право. Лево, право, лево. Точно, смотри, работает. Работает красиво. Ага. Не зря запоминал. Так, что тут? В этих солнечных часах отсутствует игла. Игла для того, чтобы указать нам... Так, это какая-то фигурка. Видимо, где-то что-то лепить нужно. Где-то что-то нужно лепить. А тут у нас... Ага, тихо, там было что-то написано. Тихо, погодь. Там было что-то написано. Ой, я походу в лабиринт зашел. Ладно, пойдем по лабиринту, прогуляемся, посмотрим, куда нас выведет этот чудесный лабиринт. Возможно, сразу отгадаю, надо дойти до тупика. В тупике будет видно, куда идти дальше. Наверняка не заблужусь. А если заблужусь, то и хрен с ним. Ладно, пойду вот так вот. Вот как-то странно, я сейчас иду немножечко. Ага, в тупик зашел, хорош. Красиво, ладно. Пойдем сюда. Сюда теперь. Сейчас немножко поковыляю здесь. Точно, смотри-ка. Тупик. Ха! Красиво. Хорош, хорош. Вот эта задумка хорошая. Вот это хорошая задумка, реально. Мне нравится, когда ты гуляешь по лабиринту и не можешь разгадать, куда идти. Это интересно. Единственное, очень длинный мне покажется этот лабиринт. Ага, я в тупик зашел. Отлично, красиво. Бляха, ну ты мне так не шути, приподвязывай это. Подвязывай, не-не-не, фу-фу-фу. Я так не играю. Так, я здесь был, походу. Так, я выпустил. Ладно, не пойду я больше по лабиринту. Это очень долго, мне кажется. Не буду я гулять по лабиринту, я не люблю эти лабиринты. Надо найти какой-нибудь другой способ. Может быть, разберусь, но если совсем ничего не найду, то буду разбираться. Так, у меня... Мел еще остался. Мел. По-моему, была какая-то записка, которую я не смог прочитать. Ладно, она была в замке. Я помню, была записка одна, которую я не смог прочитать. Не-не-не-не, вот сюда. Вот сюда, у меня есть острый нож. Попробуем либо топором, либо ножом срезать эту штуку. Отлично, хорош. Красиво. Так, еще один осколок. Это хорошо. Что тут? Вот здесь вот надо будет применить вот эту вот загадку, которую мы в прошлый раз фоткали. Вот она, вот такой кубик надо слепить. Давай лепить такой кубик. Сейчас будем рисовать. Рисовать кто не любит, тот, простите, придется здесь рисовать. Здесь надо рисовать. Долго и упорно. Смотри-ка. Работает. Ни хрена себе тут тайников. Так, что это такое? Это что? Берет ржавый рычаг. А это что такое? Это берет телескоп. Телескопчик. Так, а здесь у меня, по-моему... Подожди-ка. Вот эта ручка не вставляется, ломик не вставляется. Не вставляется. Топор тоже сюда не вставляется. Хорошо. А что, подожди, еще. Какой-то телескоп. На дне этой машины есть медная чаша.
ничего не дает мне эта медная чаша. Для фига она мне нужна, тоже непонятненько. И единственное, что я могу предположить, это то, что я могу прочитать эту записку. Это первое, что приходит на ум. Притом еще есть какой-то ржавый рычаг. Ржавый рычаг. Бляха, давай попробуем тележку столкнуть. Мне кажется, тележку можно было столкнуть, там был нужен рычаг. Он говорил, вот, какая-то дырочка есть, если ты заметил, если ты был внимателен, то ты наверняка увидел. Хорошо, что тут, ключ есть. Ключ, нафига, один из кристаллов отличает от остальных. Ну, срежь его, чем у меня срезать есть? Топором? Точно, топором, смотри, топор. Самое главное, что топор не пропадает, как ты видишь. Топор не пропадает, и это... Тихо, подожди-ка, там больше ничего нету? Никаких надписей, никаких подсказок, ни хренашечки нету, да? Да, ни хренашечки нету. Ни хренашечки, ребятушки, нету, поэтому пойдем дальше. Пойдем дальше, будем быстренько пытаться на этих локациях что-то делать. И что мне еще нужно было? Так, может кристалл туда поставить, на этот самый, на светильник. На светильник давай попробуем поставить вот сюда вот. Попробую кристалл поставить. Не знаю, у меня такая идея. Вот я хочу кристалл сюда поставить. Точно, смотри, работает. Работает, хорошо. Так, ладно, он куда-то подсвечивает. Куда-то подсвечивает, и, скорее всего, явно нужно что-то, чем-то колесо это крутануть. Бляха, надо крутануть это колесо, пока не знаю, чем и как, но буду пробовать. И еще у меня появился этот самый перископ. Перископ, по-моему, вот здесь вот можно было поставить. Нет, не здесь, в другой башне. В другой башне, там в какой-то башне, помнишь, мы заходили, и там было... типа поставить, ну такая подставка была, куда, откуда зыркать можно. То ли здесь, подожди, где же она была? Где же она, бляха, была? Вот здесь вот? Да, вот здесь. По-моему, вот здесь она была. Нет, не здесь. Соврал. Значит, выше. Нет, не здесь. Да твою ж налево. Где-то было, подожди-ка, на карте было, где можно было посмотреть. Была подзорная труба, можно было поставить ее куда-то. Давай-ка посмотрим, где эта подзорная труба. Вот здесь, может быть? Нет, не в 33-й комнате. По-моему, да, по-моему, в 33-й комнате можно было поставить ее. А 33-я комната, это у нас... Куда нам надо идти? Значит, в... А, направо. Да, подожди, а нет, где я нахожусь вообще? А, мне надо идти, короче, надо налево вниз, вниз, через сад, да? Нет, не через сад. Короче, два раза вниз надо идти, два раза надо вниз идти. Вниз, вниз, вот сюда, 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 сюда. И вот здесь вот, по-моему, вот, точно, смотри-ка. Точно, блин, надо было избавиться от этой стекляшки, что тут? Так, в лабиринте появился светящийся синий туман. Хорош. Хорош, мне теперь лабиринт посветили. Подсветили лабиринт, пойдем в лабиринт. Пошли в лабиринт, бегом, бегом в лабиринт. Бегом. Так, где тут можно было скорее пройти? Так, сюда надо было. Сюда и в лабиринт. Пойдем в лабиринт. Пойдем в лабиринт и вначале предварительно уберем стекляшку. Я уберу стекляшку для того, чтобы ее не было и чтобы ее закрыть. Так, иди сюда. Хорош. Ключик, ключик, ключик. Бляха, где ключик нужен был? Тут, по-моему, ничего больше не закрывалось. Я не помню, где нужен был ключ. А где ключ? Ключ, ключ, ключ. Так, пойдем в лабиринт. А, хорош. Запоминайте дорогу. Короче, ребятки, запоминайте дорогу, как надо было идти. Но я, в принципе, шел правильно. Я шел все это время правильно. Я был прав. Тут надо было свернуть. Твою ж мать, а. Ага. Точно! Все просто, оказывается. Новое местоположение для быстрого перемещения было добавлено на карту. Хорошо. Так, лук. Лук нам нужен для чего? Для того, чтобы стрелять из него. Для того, чтобы... Так, ключ. Этот ключ, я помню, там была дверька, которая не открывалась, и здесь нужно было этот ключ применить. Так, что у нас здесь? Что, как это работает? Как это работает? Как это работает? Так, не так, 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 так. Как это работает? Подожди-ка. Может, вот так? Нет? Нет? Точно, смотри-ка, угадал. Красиво. Я молодец. Так, что здесь? О, лёвки. Так, лёвчики зачем-то, лёвчики. Не знаю, зачем мне лёвчики. Они зачем-то понадобятся. Так, секундочку, чё тут?
Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Может, угадаю? А сколько символов надо? Неизвестно. Неизвестно, на сколько символов, значит, будем искать подсказку. Так, здесь что у нас? Шарики. Шарики, шарики. У меня есть шарики хоть один? У меня есть красненькие, зелененькие. Красненькие, зелененькие шарики есть. Отлично. Отлично, что есть шарики. Это, конечно, радует, но только нафига они нужны, непонятно. Так, давайте избавимся от предметов. Стрелы. Давайте попробуем лук использовать. Наверняка здесь нужен лук. Ну-ка, где лук? Вот лук, смотри-ка. Точно. Теперь стрелы. Точно, смотри-ка. О, точно. Так, теперь... Ну, допустим. А, все так просто. Что это? Так, вы берете иглу солнечных часов. Солнечные часы. Они были вот здесь вот. Точно, помню, вот здесь вот были солнечные часы. Нет, не здесь. Чуть дальше. А, нет, назад, наоборот. Наоборот, назад. Вот солнечные часы. Что тут? Давай поставим солнечные часы. Точно. Смотри-ка. Оп. Ни хрена это не помогло, потому что на самом деле я еще такого нигде не видел. Вот нигде не видел еще таких символов. Но ничего страшного, смотри-ка. Сейчас мы зайдем сюда. А, у меня, по-моему, был осколок последний. Подожди, у меня был осколок или не было? Нет, ребятушки, у меня не было никакого осколка, но где-то я взял письмо было где-то, по-моему, которое я не мог прочитать. А, нет, письмо я расшифровал, там я углем начиркал. А что-то еще, по-моему, было. Ну ладно, не помню я на самом деле, где еще что-то надо было прочитать. По-моему, мы все прочитали. Если нет, то, может быть, когда-нибудь потом надо будет это применить. А пока что, у меня есть рукоятка, шарик, лопатка, травы. Травы, по-моему, еще какой-то ключ. А куда ключ? У меня ключи, по-моему, все не нужны больше мне ключи. Так, здесь ничего больше не осталось, что внизу? Так, здесь, по-моему, нужны были травы. Может, здесь уголь нужен? Нет, здесь уголь не нужен. Так, о, отлично, хорошо. Прекрасно, я избавляюсь от предметов, это меня радует. Меня радует, когда я избавляюсь от предметов. Пойдемте от ключа еще избавимся. Потому что ключ мне точно не нужен. И он, возможно, даст мне какую-то подсказку к чему-нибудь. И это было, по-моему, около могил. Около могил надо было зайти вот сюда вот. И там было окошко. Окошко было и под окошком что-то. А, вот тут ключ такой странный немножечко был. Угу. А, знаешь, где, может быть, ключ нужен? Я вспомнил, где, возможно, нужен будет ключ. Так, метки на камне видны очень слабо. А, очень слабо. Ну, давай нарисуем их. Ага, точно, смотри-ка. 1, 2, 1. Тихо, сфоткай, да, давай. 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1. Эти номера были на колоколах. На колоколах они были, и мы не могли их никак... Там надо было на них дзынкать что-то. Так, давай. 1, 2, 1... 3, 3, 1, 2, 1. Та-дам! Хорош. Что это? О! Эти символы были, знаешь где? Они были над камином. Эти символы были над камином, и как раз мне туда надо сейчас идти. Я сейчас пойду туда над камином, нажмякаю эти кнопки, и мне что-то еще откроется. Еще откроется вот здесь вот загадочка. Вот здесь вот был... Бляха, не то нажал. Смотри-ка, осталось всего лишь... раз, два, три, четыре... Шесть комнат осталось открыть. И, в принципе, это должно быть где-то уже конец. Конец пахнет прям концом. Я чувствую прям... Тихо, вот. Вот эти символы. Вот. Они мне нужны. Так, и так, что у нас тут... Ох, ты ж, блях, это сложно. Так, это у нас без крылышек вниз, снизу. Это какой-то меч без хвостиков. Закругленные хвостики, такие ободочки, потом острые, потом... А, тут вообще какая-то фиалка непонятная. Потом острые. И потом вообще какой-то писюн. Так, хорошо, я понял, наверное, я понял. То есть вот это, потом кругленький, по-моему, был. Потом это, потом вот это, потом это и заостренный. Нет. Значит, этот, заостренный, этот и вот этот. Точно, смотри, угадал.
Угадал. Ну как угадал? С подсказочкой, конечно. Без подсказочки хрен бы я угадал. Так, желтый, бляха, у меня нету желтого ничего. Что тут? По-видимому, здесь расшатаны плитки. Расшатаны, да? Вот где мой топор? Нет, топор не работает. Ломик? Точно, ломик. Ломик! Отлично. Так, тут у нас львы. А что со львами? Нафига мне нужны львы? Куда-то львы смотрят. Большой. Ну ладно, не знаю. Пока не понимаю, куда нафига мне эти львы нужны. Но нафига-то они мне нужны. Так, что у меня еще есть? У меня есть ключик. У меня есть штучки, вот эти штучки. Пойдем попробуем ключик использовать. И ключик использовался вот здесь вот. Вот здесь вот ключик был, можно было использовать. Наверняка вот здесь вот есть единственный сундук, который я еще не открыл. Что тут? Шарик. А это что такое? Вы берете дыхательный аппарат. Дыхательный аппарат. Есть в самом начале, если ты помнишь, было место, в котором надо было... Там что-то блестело. Я с трудом верю, что туда надо... Тихо, не туда. Что туда надо нырнуть, но, бляха, неужели он нырнет туда? Вот здесь вот, вот помню, что-то, кажется, светится под водой. Под водой, ну, попробуем. Ты серьезно, приколи? Что тут? Этот сундук закрыт. Ну, конечно же, закрыт. Топором возьми, разруби. Угу, хрен там. А это что такое? О! О! Вот он, этот символ. Этот символ был на... Знаешь где? Я знаю где. Этот трон... Этот самый. Там где трон, короче. Надо идти к трону, и там около трона была возможность разгадать вот эти загадки. Эти кубики точно были, складывались. Я помню. Я молодец. У меня память хорошая. Это радует, что еще память хорошая. И вы тренируете тоже память. Эта игрушка хорошо работает на память. Так, что у меня здесь? Ромбик, волночка, елочка. Так, ромбик. Тихо, смотри-ка, ромбик. Ромбик. Волны уже есть. Ёлочка. О, это я почти угадал. На самом деле не все так сложно было-то. Все было достаточно-то просто. Так, что тут? Какие-то подсказки. Это большая каменная стена, слишком высока для подъема. Но у нас есть рукоятка. Щит. Щит. Точно работает, смотри. Что тут? Ключик. Так, ключик, да? А тут что? Пройти нельзя, короче, а что тут? Левчики! Левчики у нас на самом деле есть у меня картинок. У меня дофига уже картинок. Сейчас мы этих левчиков разберем. Значит, вниз, лево, вниз. Вверх, право, влево. Значит, вниз, лево, вниз. Вниз, лево. Вниз. А дальше? Дальше было вверх, право, влево. Вверх есть, право, влево. Ага. Видимо, это будет... Ага. Отключает, короче, оно эти штуки. О, подкова. Хорошо, подкова. Подкова и звездочка, и ключ. И, по-моему, шарик у меня такой... Да тихо, это не то нажал. Не то нажал. По-моему, вот шарик у меня зеленый есть. Давай-ка попробуем сюда. Точно, смотри-ка, шарики работают. Шарики работают, у меня два штука. У меня появился еще один ключик. Возможно, это тот ключик, который надо применить как раз под водой к этому сундуку. Но предварительно у меня еще есть подкова. Давайте положим подкову, чтобы она мне мешала. И, по-моему, она была последняя. Да, она была последняя, но... Сейчас что-нибудь откроется. Ах, ты ж бляха! Хрена на тебе откроется. Короче, надо там крутить. Не буду я сейчас пробовать крутить. Наверняка подсказка должна быть, как их накрутить. Хорошо, звездочка. Звездочка, знаешь, где нужна была? Звездочка нужна была, это крутилка-вертелка. Вот здесь вот крутилка-вертелка нужна была. И вот здесь вот, вот эта крутилка-вертелка. Смотри-ка, оп. Чик. А это что такое? Непонятный рисунок. Непонятный мне рисунок. Походу здесь все. Пойдем дальше. Бляха,
Что-то у нас до хрена еще осталось. Я надеялся, что мы закончим на этой серии. А оказывается, что серия тоже получается очень длинной. Очень длинная серия получается. Очень печально. Но я думаю, что я не буду сегодня уже тогда делать. Ага. Еще один камушек. Еще один камушек. И этот камушек. Ага. Ясно. Ясно. Что ничего не ясно. Так, в шахте я все сделал? Я, по-моему, все в шахте все сделал. Все, что можно было в шахте сделать, я, по-моему, сделал. Да, здесь все разгадал, все раскрыл, все молодец. Красавчик. Да. И подожди-ка. Там это мне ничего не надо было, это мне ничего не надо было. Так, рисунок. Бляха, мне, короче, надо еще где-то лопатка, еще что-то явно надо будет срезать, где-то еще что-то разрубить. И, возможно, еще где-то что-то поджечь. Где что поджечь, я не знаю, но вот этот вот рисунок, по мне кажется, я знаю, где его надо было сделать. Его надо было под троном. Там, где был трон, там была фишка в том, что там было еще что-то на стене. Я не тыкнул на стену, на эту вещь. И эту штуку надо было, по-моему, разгадать. Вот эту вот штуку. Да, вот эта штука. А, ну это вот этот вот как раз рисунок, смотри-ка. Смотри, три сверху, три сюда. Короче, кубик, угол. Вот здесь вот угол. Вот здесь был угол. Здесь не надо. Вот здесь было. Вот здесь не надо было. Вот здесь, по-моему, был. И вот здесь, наверное. Да! Вот такой вот штука. Что тут? Какие-то камушки. Так, красный, желтый, синий, зеленый. На самом деле это все, по-моему, были жидкости таких цветов. Нет? По-моему, жидкости были таких цветов. И вот они вот здесь вот... нет, не здесь. Вот здесь в подвале было, где надо было жидкость. Вот, точно, смотри, вот жидкости. Смотри-ка. Теперь, что у нас по жидкости? Так, иди сюда-ка. Сюда-ка, ага. 5 таких, 3 желтых, 1 красный, 1 синий. 1 красный, 1 синий. 3 желтых, да, по-моему, было? 3 желтых и 5 зеленых. Ну-ка. Точно! Что-то открыл. О, фиолетовый шарик. Фиолетовый шарик. Так, шариков у меня уже 4, 3... 4 шарика. И один шарик я поставил. А их было, по-моему, всего 5. Точно, смотри-ка. Пойдем искать, куда вставлять все эти шарики. И попробуем расставить шарики по своим местам. Так, вот здесь красный. Красный. Точно. Теперь у нас синий. По-моему, где-то здесь. Ага, вот они подсвечиваются, какие у меня есть. У меня еще осталось 3 шарика. Три шарика. Сейчас попробую. Сейчас. Где же были эти, бляха, шарики? По-моему, здесь я поставил. А, нет, не поставил. Не поставил. Здесь был желтый шарик. Точно. Еще остался синий. Здесь я, по-моему, как раз поставил. Точно, здесь я поставил зеленый. Здесь, по-моему, был еще. Вот здесь, по-моему, был. Да, вот точно, голубенький. Где-то еще один фиолетовый. Фиолетовый был. Где был фиолетовый? Кто помнит? Кто помнит, где фиолетовый был? Давай посмотрим в подсказках. На карте, на самом деле, мы посмотрим. По-моему, в 54-й он стоял. Нет, он стоял вот здесь, на 34-й. На 34-й он стоял, а это значит, что мне надо двигаться вот сюда. Вот сюда мне надо двигаться, туда, где был лабиринт. И вот там вот было... вот здесь вот надо было фиолетовый поставить. Точно, смотри. Фиолетовый. И здесь... Ну, тихо ты, ну тихо. Все быстренько должно быть. Смотри-ка. А этой штуки у меня нету этой подсказки. У меня нет такого, ничего. Что у меня еще осталось подсказки? Бляха, какие-то львы. Непонятно, зачем они мне нужны. Эти левки, львы мне вообще не нужны. И, честно говоря, все. Что у меня тут еще с предметов? Топор. А, смотри, топор, лопатка. Да и по сути все. Может тут что будет? Ну-ка. Оп! Та-дам! Смотри-ка, открыл. Красиво. Что, в зеркале? Ага. Новое местоположение. Что у меня по карте? По карте у меня осталось... А, ну это последние комнаты. Последние, ребятки, комнаты. Что тут? Здесь большая стена из льда. Ледяная вода, слишком холодная для... Блин, может этим...
Может, топором разрубить? Точно! Точно, смотри, как красиво. Так, плавающие блоки льда позволяют вам перейти. Ну, переходи. Так, цветок осыпается в руке, когда вы пытаетесь его сорвать. Не надо насыпаться, не надо. Вот, все, вот теперь оставшиеся, что тут? В каменном основании столба установлена медная чаша. Медная чаша, что-нибудь еще здесь есть? Здесь больше ни хрена нету. Ни хренашечки нету, здесь вот еще какая-то загадка. Здесь написано, переведите все, типа, чтобы не было, ничего не подсвечивалось. Легкотня. Вот! Вот это недостающие части, которые... части, которые мне не хватало для того, чтобы завершить в лабиринте эту загадку. Вот сейчас я как раз закончу лабиринт, и я надеюсь... А, и травка у меня появилась. У меня появилась травка. Соответственно, если у меня появилась травка, у меня появилась возможность решить вот здесь вот... Вот, во-первых, вот эту штуку решить. Вот эту штуку мне решить осталось. Здесь у нас что? А здесь у нас вот эти самые знаки зодиака, которые мы сфоткали. А это у нас ММ. Какая-то фистиклюшка и какой-то непонятный символ. Значит, ММ... Фистиклюшка вот такая, и фистиклюшка такая. Точно. Это что такое? Подковы. Вот, смотри-ка, вот как надо повернуть подковы. Хорошо. Это хорошо, подковы, подковы. Пойдем сразу подковы решим. А, нет, подожди-ка. Да, подъем подковы решим сразу. Нет, не сюда. Не сюда, я уже путаюсь. Путаюсь, бляха-муха. Вот здесь, по-моему, подковы были. Да, вот здесь были подковы. Давай-ка их повернем сразу. Посмотрим, как их надо повернуть. Значит, влево, вверх, вверх. Вправо. Влево, вверх. Вверх, вверх, вправо. Что дашь? Левчика даст, смотри-ка. Дал Леву. Отлично, отлично. Все завершается. Все завершается, мы прям проходим сегодня игру. Все, сейчас пройдем игру, все. Неважно, уже буду до конца доходить, уже не буду составлять 5 минут. Последние, потому что мне надо внизу еще в подвале сфарганить... вот тут, по-моему, мне не хватало одного ингредиента. И этот ингредиент вот. Точно. Давай, толчи. Толчи эту фигню. Что это такое? Что это такое? Вы берете синий порошок. Нахрена? Так, ладно, пойдем к Левам. Пойдем к Левам. Левы, 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 Левы. Где были Левы? Я забыл, где были Левы. Левы были где-то, где-то, где-то. Подожди-ка, где были Левчики? Левчики были... Так, 59 было Левчики. Это значит, мы двигаемся вперед. Двигаемся вперед, вперед, здесь, сюда. И, по-моему, вот на самом верху были Левчики. Точно, смотри-ка, Левчики. Левчики, вот Левчик. На, иди сюда. Подожди, я подскажу, что у меня осталось. Это Левчики. И, еще лабиринт надо зайти. Хорошо, давай-ка Левчиков перестроим. Перестроим их вот хотя бы по вот такой вот технологии, как вот вверх-вниз. Значит, здесь средний, большой, маленький и еще чуть-чуть средний. Короче, средний. А этот с этим? Нет. Нет. Этот с этим? Нет. Подожди-ка, большой вот здесь. А этот с этим? Вот. Точно. А это что такое? Все. Так, это у нас какой-то... Вы берете стеклянную призму. Короче, что-то какую-то алхимию он будет мутить. И будет, скорее всего, надо будет что-то делать. Что-то надо будет с этим делать. Мы сейчас как раз решим, что с этим делать. А что у меня есть вообще? Так, мне надо в лабиринты, потому что в лабиринте я как раз закончил, точнее, узнал, какие нужны здесь символы тыкать. Здесь были символы, символы, символы. Так, это я не знаю, зачем эти левы нужны. Так, вверх, вниз, треугольник, крест. Вверх, вниз, треугольник, крест. Точно. А что это такое? Вы берете большой деревянный рычаг. Рычаг! Рычаг был там, колесо. Там было колесо, если ты помнишь, это было колесо, оно было в лесу. В лесу было где-то темный лес, где страшный темный лес, там был, надо было рычаг. Рычаг и, возможно, вот куда-то убежал. Слишком убежал.
Сейчас мы вот как раз вот сюда придем. Вот оно здесь. И вот здесь вот, по-моему, нужен был рычаг. Точно. Рычаг подходит. Отлично. Ага. И что дальше? Может, кристалл? Точно. И что? На дне этой машины есть медная чаша. И вот это? Хорошо. Хорошо, и что? Что с порошком делать? Выберите светящийся порошок. Светящийся порошок. Подожди-ка, единственное место, где еще осталась чаша, это в самом-самом-самом конце, где эта ледяная глыба. Как туда было пройти? Как было пройти в эту ледяную глыбу? Глыбу. Это, наверное, надо было... Ага, наверх. Ага. Ага, ну а через зеркало, все, вспомнил. Через зеркало. Значит, через зеркало это сюда, наверх, сюда и вот сюда. И вот здесь вот. Вот здесь вот было, вот, вот чаша, и вот сюда надо было применить вот эту хрень. Все, как-то так. Смотри-ка, красиво. Что это? Что это такое? Вы нашли недостающий артефакт. Это часы. Это просто, бляха, часы. Серьезно, столько этой самой игры для того, чтобы... Целых три серии понадобилось для того, чтобы найти артефакт в виде часов. Чё скажешь, девушка? Давай, дядька, скажи, что нам надо дальше двигаться куда-то там, хрен знает куда. Так, готово! Ты нашел недостающий артефакт. Это, кажется, какое-то часовое устройство. Это очень интересная находка, и мне нужно будет изучить ее, прежде чем мы пытаемся ее использовать. Для следующего приключения продолжай ждать от меня письма. Дядя Генри. Дядя Генри, мать тебя за ногу, ты не мог сказать, что ты часы ищешь. Потерял часы, бляха, столько загадок нафарганил, и хрен ты их разгадаешь так быстро. Но, если ты как любишь такие игрушки, то не стесняйся, пиши в комментариях, какие игрушки есть интересные, которые можно пройти. Они бесплатные, они полноценные, то бишь не одна там часть, как в агенте А, который у нас находится в плейлистах, то обязательно пиши, я поиграю в эти игрушки, потому что загадки я обожаю. Обожаю играть пазлы, за головоломки и такого рода игры. Эта игра мне тоже очень нравится, и поэтому я ее показываю для тех, кто где-то застрял и хочет посмотреть, чем же заканчивается эта игрушка, или просто застрял и не знает, как пройти, и не хочет покупать. Да, вот тебе бесплатный совет, вот тебе бесплатное прохождение, вот такая вот игрушка. Игрушку можно скачать на Google Play, она действительно до сих пор еще бесплатная, так она стоит у нас 4 евро, то бишь недалеко не самая дешевая. Я смотрел, что есть другие части, и они еще до сих пор платные, но как только они станут нам доступны, мы обязательно на них сыграем и пройдем. А ты, если досмотрел до конца, то подписывайся на канал, ставь лайки, комментируй, не пропадай. Не пропадай обязательно, потому что... Обязательно не пропадай. Не пропадай, потому что дальше только больше, на самом деле. И у нас все ссылочки наших социальных сетей тоже в описании. Поэтому заглядывай, не стесняйся, также жмякай на колокольчик, и будешь знать, когда у нас выходят новые игрушки по андроиду. А игрушки мы стараемся выпускать каждую неделю, что-нибудь новенькое, да, посмотрим. Да, вот на этом все. Все, ребятушки, приятных вам игр. И до встречи в следующих сериях. Пока.